Казани стартовал открытый личный кубок Республики Татарстан по спортивной гимнастике. Торжественное открытие тестового чемпионата состоялось 28 марта, ровно за 100 дней до начала 27-й Всемирной летней универсиады. Участие в мероприятии приняли министр по делам молодежи, спорта и туризму Татарстана Рафис Бурганов, технический делегат ФИСУ по спортивной гимнастике Иштван Карасони, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Марат Бариев, первый заместитель генерального директора исполнительной дирекции «Казань-2013» Азат Кадыров, звезды российского спорта, двукратный абсолютный чемпион мира, многократный чемпион Европы, обладатель Кубка мира по спортивной гимнастике Юрий Королев, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее 2000 года Анастасия Колесникова. В самом начале торжественного открытия ко всем зрителям и гостям с приветственным словом обратился Рафис Бурганов. Очень приятно видеть детей, молодежь на этом ковре, потому что за вами будущее. Я очень хочу надеяться, что на этом ковре стоят будущие олимпийские чемпионы, люди, которые будут составлять гордость нашей страны. Хочу пожелать вам, чтобы вы показали каждый свой лучший результат на этом помосте. Хочу, чтобы вы все это сделали без травм. Хочу, чтобы вы как можно ближе познакомились друг с другом для того, чтобы перенимать опыт в добрый путь. Как признался журналистом Марат Бариев, универсиада – это школа Олимпийского резерва. Возможно, те ребята, которые сейчас принимают участие в Кубке, станут когда-то олимпийскими чемпионами. Генеральный секретарь Олимпийского комитета России также поделился своим мнением о готовности объектов и инфраструктуры города к проведению игр. Прошла апробацию и уже функционирует деревня универсиады. Вопросы логистики отработаны, то есть все службы подготовки универсиады, в общем-то, работают в заданном режиме. Те работы еще, которые остались за оставшиеся 100 дней, 3 с лишним месяца, несомненно, они будут выполнены, и Казань достойно, я уверен в этом, встретит гостей и участников студенческих игр. Напомню, в ноябре 2012 года Центр гимнастики принимал чемпионат России в групповых упражнениях и Кубок России по художественной гимнастике. Что касается соревнований по спортивной гимнастике, они на объекте проводятся впервые. Сегодня мы отмечаем знаменательный день. Ровно через 100 дней состоится церемония открытия 27-й Всемирной летней универсиады. И так совпало, что в этот день вот здесь, в великолепном Центре гимнастики, мы открыли соревнования «Открытый кубок Республики Татарстан по спортивной гимнастике». Впервые здесь смонтировано оборудование по спортивной гимнастике. Я откровенно поделюсь своими впечатлениями. Я очень сильно впечатлен увиденным. Действительно, зал выглядит великолепно. Очень качественное, современное, новейшее оборудование. Я думаю, что для участников этого кубка чемпионата Республики Татарстан, также и для участников универсиады, будут созданы самые благоприятные условия для соревнований. Они смогут показать действительно высокий класс, мастерство. В открытом личном кубке Республики Татарстан по спортивной гимнастике примут участие более 100 спортсменов из 15 городов России. Завершится тестовое мероприятие 1 апреля. Ирина Игоренко, Камиль Исмаилов, специально для Казань 2013.ру.